Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Правда, к сожалению, в Тель-Авиве за выход в финал с испанским спортсменом я получил такую серьезную травму пальца. Больше месяца у меня палец был в гипсе, сняли гипс, но с гипсом я даже тренировался. Сняли гипс, но еще не до конца вылечил палец, но так как времени нет, у нас впереди Олимпийские игры, и поэтому мы очень хорошо готовимся к предстоящим турнирам. Для Олимпийских игр, можно сказать, большую часть работы уже выполнена, осталось совсем чуть-чуть, поэтому мы сейчас все сделаем, чтобы донабрать те очки, которые нам не хватает. Но с Божьей помощью все будет хорошо, наберем эти очки. Сейчас я нахожусь в мировом рейтинге на 26-м месте. В мировом у меня неплохая позиция, но из-за травмы пальца пропустили несколько соревнований, таких довольно-таки крупных. Там, знаете как, если, допустим, спортсмен пропускает соревнования, другие догоняют его, когда участвует на соревнованиях. Поэтому то, что мы пропустили, сейчас будем наверстывать, догонять всех, так как нам чуть-чуть еще надо. Я готов, я всегда готов, с пальцем, без пальца, потому что моя цель, моя мечта – это Олимпийские игры. И в каком бы состоянии я ни был, я все сделал для того, чтобы завоевать путевку и поехать на Олимпийские игры. Не только просто участвовать, а привезти оттуда медаль для нашей страны. Цель моего визита – я по приглашению начальства приехал, познакомился, мне показали это великолепное здание. Я, если честно, очень в большом шоке, то, что в Армении есть такая большая компания. Я, конечно, слышал о Vivaro как самая лучшая букмекерская компания, но первый раз я нахожусь здесь, на этой территории. И здесь все условия есть для рабочего класса, поэтому здесь просто великолепно.